Вот так. А как же точка сборки на площади Свободы? Красота. Даже смутные сомнения, что это не ради бела дня город перекрыли. Видать, опять какой-то круглый стол привезти хотят. И провести через границу. 30 километров до Белгорода. Он может нас туда... То есть до границы с Россией. Может, нас туда так неявно подталкивают, дабы не мельтешили в городе. Снимите вот это видео, хорошо? Снимаю. Ну что такое? Ну, потом выложите вон свой на стриме. Да, 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 выложу обязательно.
Да, и это сегодня как бы рекомендовали вообще отменять, собирались велодень по причине нестабильной ситуации в стране. Ну, как видно, на это дело как бы так помягче проигнорировали. Это предупреждение. Круто. Так, дождемся еще оленей. Я все видел в этой жизни. Нормальные герои всегда идут в обход. Газпром, универ, казак, Харько. И груда людей, наплевавших на предупреждение о возможных терактах, провокациях и т.д. и т.п. Велодень. Так, для незнающих Харькова, это у нас проспект Ленина. Там у нас улица 23 августа, станция метро 23 августа. Ну там пока велосипедиста я не вижу. В принципе, по идее, должны по плану ехать как раз вон туда, с площади Свобода. Канада. Ну, красота.